Ну вот, опять здравствуйте, мои дорогие. Перейдем к другим товарам, которые я распаковала сегодня в предыдущих видео. И начнем с наших простых блесков. Вот это я выяснила. Это я получила фиолет. Там было написано фиолет. Что-то там ультрафиолет проливали, там типа фиолетовое зеркало, что ли. Сейчас у меня подсох PNB. Так. И попробуем, он тепленький как раз, попробуем. Или подождите, взять, попробовать. Ну давайте я сейчас. Ой, рассыпалась. Полная, видимо, на крышечке осталась. Вот, смотрите, на руках у меня, вот видите? Так, девчоночки, сейчас я еще нанесу то без липкого слоя. Сейчас возьму терция, потому что как бы уже. Если честно, я хотела бы его уже закончить. Сейчас я возьму терцию. А мы пока перейдем к другим блескам. Сейчас я нанесу терцию сюда. Все, пускай просыхает пока. 30 секундочек. Я сделала вывод, по-моему, у меня ломается лампа, потому что как-то странно она себя ведет. Плохо сушит. Я так поняла, может быть, действительно нормальный там лак. Просто плохо сушит. Вот и все. Ну, посмотрим, сейчас за ней понаблюдаем. Забыла спонжик, сейчас вытащу. Ага. Спонжичек эти. Так. Ну что ж, давайте попробуем. Это у нас красное. Будем втирать в красное. Так, что у меня здесь? И втирать-то не во что, да, получается? А ну-ка. Я, наверное, когда снимала. Так, значит, не красный, значит, пойдем сначала на малиновый. Ну, как бы малиновый. Вот, ой. Подождите, девочки. Это что такое? А тут его совсем чуть-чуть. Мама, не горюй, мама родная, это что ж такое? Ладно, девочки, уже все. Тест, значит, тест. Ой-ой-ой. Ага. Ладно, сейчас мы вотрем в липкий слой. Да, протестируем. Да я так полгода буду втирать. Ну, ничего. Что делать? Надо втереть. Так. Так вот вроде по виду так красивенько смотрится. Сейчас я вотру его немного. И тоже нанесу топ без липкого слоя. Мы посмотрим, как оно будет лежать на топе без липкого. Вот это я втерла, получается, в липкий слой гель-лака. Да? Бешеное количество. Смотрите, не ослепните. Ну да. Сейчас посмотрим. Ну, красиво, девочки, ничего не могу сказать. Боже мой, сейчас я буду какая-то грязнючка. Так, фокусируется камера плохо. Ну вот, сейчас мы сюда нанесем малиновый цвет. Что-то мне кажется, что все-таки будет иметь значение. Сейчас, секундочку, я нанесу и приступим к другому. Раз неудачный наш полет с этими Born Pretty черным лаком. Ну, ничего страшного. Так, я нанесу, наверное, еще слой слабенький, такой совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть, как будет работать то блеск или втирка, непонятно. Я как бы посмотрела, ну, так, чтобы очень и очень написано было. Ну, красиво, да, девочки, видите? Плохо фокус. Сейчас, секундочку. Красиво. Так, сейчас мы поставим сушиться. Чуть поближе. Сейчас я включу. Пускай еще раз просушивается. Что-то у меня такое вот создалось впечатление, что такие, наверное, девчонки, проблема с лампой. Ага. Так, ну что ж, давайте перейдем на виолет. Так. Так, мои хорошие, ну что ж, начнем. Что-то мне сегодня хоть хотелось бы, конечно, как всегда, с вами. Простите за бешеное дрожание моего телефончика. Просто я тут раскидываюсь граблями своими вечно.
Так, ну что ж, поехали. Так. Так, небольшими такими втирающими движениями. Да, должна быть фиолетового цвета она. Зеркальный фиолет, там было написано, да, глоссос фиолет. Сейчас посмотрим тут глоссос. Секундочку, девочки. Так. Ну, есть эффект, конечно, боже мой, я вся блещу, как обычно. Есть эффект, девчонки. Сейчас я покажу. Есть эффект. Что-то отдает каким-то сиреневым. Не скажу, что ой-ой-ой-ой. Ну, в общем, нормально. Так себе. Все, что я вам скажу. В общем, не сильно рекомендую. Ну, нормально, так я ссылочки, конечно, все пооставляла. Там у этого продавца вы там все найдете. Вот. Ну, на цвет, на вкус и цвет, товарищи, обычно нету у нас, да, насколько мне известно. Так, ну что, а теперь я хочу. Я не могу насладиться этим бешеным количеством баночки. Так, а теперь я хочу нанести на топ безлипкого слоя. Да? Какой же тут топ безлипкого? Ага. Все, я забыла. Мы просто покрыли. Ага. Мы сделали покрытие, по-моему, красного, да, девочки, с вами. Я уже так разволновалась, что я забыла, что я хотела сделать, если честно. Ага. А теперь давайте попробуем втереть вот этот блеск, как я вот вам тогда показывала, да. Все-таки мне нравится этот способ. Мне реально нравится этот способ. Очень даже, да? Давайте сейчас мы попробуем. Вот. И я посушиться брошу в лампу, да, допустим. И покроем топом безлипкого слоя. А ну-ка сейчас проверим, девчоночки. Видите, вот эффект уже есть. Вы видите, какой красивый, красивый красный, да? А мы сейчас попробуем еще все-таки его втереть в гель-лак. Да, втирается, знаете, вот как вот ощущение такого, как что ли, велюра, что ли, вот по ощущениям резины какой-то такой. Ну, втирается хорошо. Где-то мои салфеточки. Втирается очень даже неплохо. Посмотрите, вот у меня на пальце осталось. А ну. Можно так пробовать. Я так понимаю, что насыпью нет. Потому что... Нет, это не кажется, что это оно есть. Уже вот так вот надо его втирать. Может, его надо втирать в топ безлипкого слоя. В общем, девочки, мы сейчас все попробуем с вами. Я пока... Ну и так тоже, конечно, красивенько. Видите, да? Очень красиво, камера фокусируемся. Не умираем, держимся. О, все. Так, и сейчас я покрою здесь топом безлипкого слоя. Давайте я все-таки попробую еще азур. Что-то меня беспокоит этот терца. Как бы хотелось бы просто, знаете, вот закончить уже, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Если честно. Так, сейчас тоненький слой. Покроем. То без липкого слоя, как обычно, что-то цепляется к нашей кисти. Посмотрите, вся в блесках. Отправляем в лампу пока на 30 секунд. У меня еще есть сейчас салфеточку, я возьму. Да, и, ой, сейчас я еще возьму, поломаю, понимаю. А потом, понимаете, а потом я скажу, что это виноват производитель. Я ж такая. Все вокруг виноваты, все кроме меня. Так. Сейчас посмотрим, девчонки. Так, я же хочу переходить уже к следующему, чтобы не затягивать сильно видео.
Просто хочется мне уже это доделать и перейти к голографическим блескам. Да. И перейти вот до безлипкого слоя. Ну, давайте пробовать. Да, девочки, что-то я так слишком много, по-моему, набрала на спонж. Ну, так получилось, неважно, в принципе. Мне нужно узнать, как он будет работать. Сейчас спонжи вот эти вот не очень удачные. Я не помню, с чем они шли. Сейчас я возьму пальцем. По-моему, лучше будет эффект пальцем, чем я... Так, ну что, смотрим зеркало, наше розовое зеркало, да? У нас было фиолетовое, непонятно что. Ну, розовое, да. Хотя, смотрите, внимательнее смотрите. Сейчас я сфокусируюсь, вот. То есть, проплешин очень много. То есть, как бы, ну да, есть зеркальный эффект, но очень много проплешин. Так, я же говорю, что я заканчиваю с этими всякими блесточками и прочим, потому что, пожалуйста, вот опять в очередной раз мне попалось вот тоже это фиолетовое, тоже непонятно что. Вот. Так, с этим мы заканчиваем. В общем, что я хочу, девочки, сказать. Пожалуйста, берите, извините, что-то я рукой своей затянула. Ага, извините, еще раз. Кому что нравится, пожалуйста, ссылочки там оставлены. Смотрите сами, ну, я не знаю. Так баночки красиво вроде сияют. Ну, вот на липкий слой гель-лака разве, я не знаю. Ну, вот на липкий слой вот легло красиво, вот, да. Вот я сейчас как бы втираю пальцем еще. Да, вот оно еще сильнее туда впитывается. Как бы, и хочу вам сказать, это, по-моему, гораздо красивее. На пальцах у меня осталось. Гораздо красивее. Вот, сейчас я сфокусирую, попробую ее. Да. Чем, вот как вам? Ну, смотрите сами. Я тест делаю для того, чтобы вы сделали свой выбор, девочки мои. Вот спонжик тоже какой-то. Пальцем 300 раз уже убеждалась, что лучше всего. Так, и перейдем быстренько. У нас не так уж много времени. Не хочу затягиваться. Перейдем к последней, вернее. Я имею в виду с блесков моим почти. Больше я не заказываю, потому что это кошмар какой-то. Слишком. Слишком. Значит, здесь я нанесла Коди 255, да? Они у меня так и лежат давно. Я редко очень их использую. Это камуфляж. Неплохой камуфляж. Очень нежный оттенок такой. Красивенький камуфляжик. И вот у меня есть такой вот блеск голографии. Я хочу попробовать все-таки его, как он будет реагировать на то, что я его буду втирать в гель-лак. Либо мы хотим тоже топ без липкого. Да, наполняемость, видите, очень даже неплохо. Можно спокойно брать палец. Посмотрите на пальцы. Вот эти блеск хорошие. Там написано как бы продавцом, что это блеск с голографическим эффектом. Да? Так. Ну что ж, девчоночки. Ну, нравится мне. Такой красивый, такой кремовый, нежный-нежный такой вот оттенок. Знаете, вот какой-то вот кремушек такой вот. Прям хочется, не знаю, прям нравятся мне такие вот оттенки. Последнее время что-то я все больше и больше ухожу с кричащего. Ну, вернее, как бы поменялись, может, приоритеты или что. Я даже не знаю, как вам объяснить. Ну, иногда мне хочется чего-то спокойного. Да. Ну, вот в топ без... Вернее, в гель-лак, вот, Коди, да. Втерся очень слабо. Ну, а теперь возникает вопрос. А может, он хочет в топ без липкого слоя? Ну, сейчас вот у нас уже тисто все равно. Уже подвержено
издевательству. Давайте проверим. Так, у нас еще на очереди такой красный и малиновый. Голография. Мне очень интересно, но этот эффект хорошо. Значит, следующий у нас будет на очереди голография. Да. Сейчас возьмем простые типсы. Мы не будем брать уже эти тройные. Это уже коли они у меня были. И там у меня вот на очереди на экзекуцию, скажем так, да, на горячую ванну. У меня на очереди там есть типсы. Я потом их реанимирую. Просто берете кипяток, горячую воду, не сильный кипяток, градусов, наверное, 50. Потому что если больше, если плохое качество, то они могут свариться. И ставите их в воду, вернее, опускаете в баночку с водичкой или в стаканчик, как вам угодно. И следите. 2-3 минуты прошло, там 5 минут. Пушером берите каждую, не затягивайте, потому что если остывает вода, тогда она прилипает, вернее гель-лак прилипает заново к типсу. Значит, пробуем. Ага. То без липкого нас тоже не устраивает. Капризулька, капризулька, очередная капризулька. Значит, нас тоже это не так. То без липкого нет. Значит, все-таки мы присыпаемся. Ой. Хорошо, хорошо. Я вот сегодня чисто экспериментирую, девочки. Чисто экспериментирую. Страшное дело. Ну что, пробуем просто тогда присыпать. Я так думала, что это будет как втирочка. Ладно, присыпаем. Коли уж так пошло. Присыпаем, девчоночки. Присыпаем. Что нам остается еще? Попытка не пытка, как я говорю. Только она у меня гуляет. Страшно дело эта камера сегодня. Я ее цепляю невозможно просто. Я не знаю, почему она у меня так гуляет. Ну, это же ужас они. Так, ну давайте попробуем, девчоночки. Давайте его попробуем присыпать. Да? Посыпушки, как говорят многие блогеры. Ну, посыпушки. Так. Красивый, конечно. Такой, знаете, какой-то нежно-молочный шоколад, что ли, я бы сказала. Красиво. Красиво. Сейчас я вам покажу. Когда просохнет, будет еще ярче, красивее. Давайте бросим в нашу лампочку. Пускай подсохнет, а мы будем потом смотреть эффект. Так. Ссылочки, девочки, в распаковочке всех абсолютно товаров, да? Тут все же блестит. Короче, я, как всегда, буду опять вся в блесках. Я же любитель. Любитель. Страшное дело. Интересно, вот это что? Очень вроде мелкий помол. Сейчас будем смотреть. Ой, смотрите, что делается. Блестит. Так, давайте топ без липкого. Тестируем, да? Нам же нечего бояться, в принципе, да? Мы сейчас с вами протестируем. Так, ну что, струшиваем все, что нам... лишнее, казалось бы, да, струсили, девочки. Просох. Просох. Ну вот, смотрите, как вам нравится больше эффект. Гель-лак однозначно нет. Присыпочка. Я на топ присыпала. Сейчас сфокусируется камера, девчоночки. Вот. Я присыпала на топ из липкого слоя. Обыкновенный. Сапфирчик. Которые я сейчас очень сильно использую. Ну, в общем, красиво. Видите, что делается с камерой? Красивый, красивый, нравится мне.
Так, ну что ж, давайте попробуем еще одну голографию, которая ко мне пришла. Я ищу просто, вот я нашла как бы, да, вот я, у меня есть тест. Смотрите, все блестит, все летит. И это. Хочу вам сказать, что я все равно еще хочу что-то такого, вот что-то я жду от этой голографии, поэтому я ищу, ищу вот, что оно будет, короче, девочки. Это таки да или что такое? Нет. Не втираемся. Не втираемся в топ без липкого слоя. Девочки, это опять присыпка. Это невозможно просто. Это просто невозможно. А ну-ка, знаете, что я сделаю сейчас? Как? Возьму в коде я вотру. Да? Давайте я попробую. Что мне уже как бы... Ой, ну где-то вот, посмотрите, я не пойму, почему она здесь подцепилась. Ну ладно, давайте сейчас я вот Коди нанесу. Он будет сейчас подсыхать, а мы будем с вами делать следующий тест. Так. Коди, давай сохни. Да нет, такой помол, что по-любому должно втираться. Странно. Так, что у нас еще на очереди? Вот этот красавчик. Сейчас я посмотрю. У меня такое впечатление, что у меня такое уже есть. Ну, тоже вроде как. Ну, сейчас я попробую. Сейчас, моя хорошая. Да. Вот видите, в коде что делает. Да, надо втирать. Ой, красиво. Ну вот. Вот мы и выяснили, что хочет эта присыпочка. Потому что я втиркой ее не назову. Если она на топ идет без липкого, то если в гель-лак она тоже пойдет, да? Сейчас мы ее немножко втопчем, так немного, да? Вот так вот, чтобы она у нас немножко вот так вот. Угу. И вот так вот как бы. Так, вот так. О! Да? Видно вам, девочки? Потрясающий блеск. Смотрите, потрясающая голография. Вот сейчас я буду водить. Вот так будет видно. Посмотрите, видите, с ума сходит камера. Вот, потрясающая голограмма. Голография красивая какая. Ну вот, девчоночки, мы выяснили с вами, что в топ без липкого, либо в липкий слой гель-лака это входит. Так, хорошо, еще один мы с вами. Я стараюсь чуть-чуть убыстрить уже, потому что как бы много не хочется занимать вашего времени. Вот, но всегда говорю, что вы можете прокручивать, если что. Ну, вот видите, осталось у меня. Так, ну что ж, а это, наверное, будем пробовать. Вот, кстати, у меня есть синий гель-лак. И я не помню. Нет, и липкость есть. А ну, давайте я попробую. Попытка уже не пытка, да? Попытка не пытка. Что нам уже, девочки, терять? Да. Сейчас, солнышки мои. Я вотру, смотрю, качает мою камеру сегодня. И, в принципе, ничего не могу делать. Красивый цвет такой. Ну, такой, знаете, вот какой-то праздничный. И голография уже летает. Что я вам хочу сказать? Уже летает голография, причем очень летает. Причем сильно-сильно, смотрите. Сейчас я как бы пытаюсь остатки. Да, девчоночки. Гель-лак. На удивление, но втерлась отлично. Сейчас я вам покажу. Соберу, чтобы не блестело лишнее. Так, сейчас я покажу сначала синенький. Вот, синенький. Видите, голография.
Пошли вверх, пошли вниз, блестит, просто красиво. И вот этот простой, да, серебристый, тоже с голографическим эффектом. Вот они вдвоем и гонят. Сейчас попробуем штуками. Красиво, мне понравилось. На синий цвет, девчонки. Больше синего вот здесь. Вот видите, синего больше. Я далеко отведу, чтобы она фокусировалась. Вот видите, блик. Ой, не хочет. Поставлю ближе. Вот так. Вот, видите, вверх, вниз, вверх, вниз. Красота. Да, все имеет место. Все, я успокоилась уже. Так, мне это нравится. Я потом все доделаю уже сама, без вас. Не хочу тратить ваше время. И остались у нас вот эти вот малиновые и красные. Я думаю, не имеет никакого смысла. Господи, что же у меня сегодня так трусится? Не имеет смысла малиновые. Я думаю, что будет все то же самое на липкий слой. Да? Ну, в принципе, я могу вам сейчас показать. Быстро мы закончим с этими блесками. И потом я опять буду сидеть и делать у себя порядок, наводить. Да, относим лампу. Правильно, пускай сохнет. Красный я не буду, потому что красный, в принципе, у меня уже есть. Так, ну что ж, снимаем. Так, и синенький, да, сейчас придет к нам синенький наш. Ну что, красиво, девчоночки. Красиво, я вижу, потому что я не в камеру смотрю, а у вас, вот блик пошел. И просто боюсь, камера опять начнет сейчас беситься, с ума сходить. Вот я думаю, что вам видно, да, вот этот вот блеск в лампе. Блестит шикарно вот этот вот синенький. Вот этот. Вот видите, какая там голография. Действительно, реально. Ну что ж, пробуем. Уже по барабану каким местом, да? Все равно выбрасывать. Так. Спонжики. Ой, забываю все время, что сегодня... Или я плохо прикрепила штатив. Но она гуляет ходуном, эта камера. Господи, нет сил просто с ней. Так, девчонки, сейчас красотки мои. Так. Сейчас, мои хорошие, я попробую еще как бы посильнее повбивать, что ли. Нет. С ним такого не пойдет. Нет, девчоночки. С ним нет. Угу. Это тоже присыпка. Нет, девчонки, он не идет на контакт. Нет, я даже не буду пачкаться, ничего больше не буду делать. Видите, он не идет на контакт. Ему нужен, он должен лежать либо втаптываться, не втаптываться, а присыпаться. Либо вот это шикарно работает с лаком, посмотрите, все. Никаких золотенцев, ничего нету. Красиво, шикарно лежит. Да, видите, прелесть. А этот нет, этот присыпка. Вот такой, сейчас я вам его покажу. Девочки мои. Так, вот здесь красотки, вот этот. Хоть они, в принципе, как бы, да, вот смотрите, одинаковые. Ничего подобного. Это присыпка. Вот такой вот. Присыпка, хотя не казалось бы, да. Нет, этот... Классно кладется на липкий слой. Этот не хочет. Видите, он не втерся хорошо. Ну так, кусочком, смотрите, вот. Вот тут кусочек, но это никуда не годится. Это фиолет, вот этот вот, виолет. Сейчас я вам покажу все, что я попробовала, проэкспериментировала. Так, девчоночки, ну вот, все наши сегодняшние тестирования. Значит, однозначно рекомендую. Товар неплохой. Не говорю, что супер-пупер, но неплохой. Вот эта зеркалка розовая, не зеркалка. Вот я его втоптала в липкий слой лака. Покрою сверху, будет вообще фешенебельно. Но я этого делать не буду, потому что я сниму все это. Мне это не очень нравится.
И синяя просто супер бомба. Вот эта голография отличная тоже. Это красивая нежнятинка, посмотрите. Какая красивая нежная присыпочка. Шоколадная такая. Вот сюда подошла, вы видите? Красиво. То есть, что я могу сказать? Я уже наелась этих блесков, если честно, мои дорогие, что блесков я брать больше не буду. Это точно, это уже перебор. И я смотрю, что я, видимо, знаете, как хорошая уже, я буду пока с вами болтать и немножко прикрою. Хорошая уже набралась я, хорошего, видимо. Или просто я уже, знаете, как вот у нас говорят, зажралась. Что у меня вот куча всяких и голографий, и блески такие, и крупного, и мелкого, и любого помола. Просто я уже, видимо, знаю, что может быть лучше. И уже плохо поэтому воспринимаю, если не очень там качественные товары, или не для этого вообще предназначен для начала, да, а я решила, что оно такое. Ну, не страшно, для этого, в принципе, я это все и делаю, чтобы с вами вместе тестировать, смотреть, пробовать, искать какие-то варианты. Все-таки не миллионеры мы, как бы, так что нам хочется где-то что-то куда-то. Ну, да, насчет часов, я ношу их уже 3 часа. Ну, вот показываю вам. Ну, только немножко вспотела ручка, потому что они у меня очень крепко лежат. Реакции пока на них нет. В следующих видео я вам расскажу за них, как они реагируют. Показываю еще раз. Тут, конечно, что-то не так явно, но не важно. За такую цену я похожу даже с ними чуть-чуть, то хорошо. Вот показывают 8,59. Вот я заканчиваю снимать свое на сегодня крайнее видео. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы меня смотрите, поддерживаете, комментируете. Девчоночки, мои подписчики новые, которые ко мне присоединились тоже. И те, кто со мной всегда уже очень много времени, уже 2 месяца. Спасибо. Я очень рада. Мне это очень приятно. Девочки, честное слово, поддерживаете очень морально, психологически. В общем, радуешься и бежишь, и быстрее ставишь этот штатив, и быстрее этот телефон, и хочешь уже снимать и показать, где обрадоваться, где разочароваться. Ну, такая жизнь, когда хороший товар приходит, когда плохой, это не наша, как бы, с вами вина. Ну, еще раз говорю, огромное вам спасибо, мои хорошие. Люблю вас всех, обожаю. Желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, всех благ в ваших начинаниях. Как обычно, вот с большим крепким сердцем к вам. Спасибо, мои хорошие, внимание, за внимание. Люблю вас всех, еще раз повторюсь. И хочу видеть, пожалуйста, комментируйте, говорите, что вам нравится, что вам не нравится, пожалуйста. Потому что мне это очень важно. Я, если что-то не так, я поменяю что-нибудь. Ну все, пока-пока.